называется команда КВН? Нестандартные! Нестандартные! Вот такая крутая команда КВН, нестандартные. В белом у нас сегодня это вообще нестандартно. Что вы ждете от этой игры? Ну, веселье. Эмоции, позитив. Эмоции. Все самое лучшее? Да. Ты первый раз участвуешь в КВН? Нет. Уже второй год. Третий год. Почему вы участвуете в КВН? Почему вы вообще играете в такую игру? Ну, мне нравится, если честно. Это очень весело. Железнорожденные! Это команда Железнорожденных, представители ТГУ. Да. Ваши эмоции, вы не первый раз выступаете на этой сцене, я знаю. Нет, да, это наше второе выступление получается, и прям заряжены на все 100. Да. Готовы разорвать. Назовите 5 хороших качеств КВНщиков. Ну, что должно быть? Это находчивость, юмор, толерантность, дисциплина. Уважение и дисциплина. Кооперативного университета Караганды. Ну, блин, очень волнительно было, потому что мы шли ноздря в ноздрю с группой крови. Вот эта интрига до конца. Да, мы все-таки смогли, все-таки второй раз берем этот кубок. Все-таки мы, считай, сегодня двукратные, да? Да, двукратные чемпионы зимнего кубка. Теперь что, финал нас ждет? В финале будет сложнее намного. Я капитан команды КВН, группа крови. Эмоции просто бомбические. Готовились очень трудно. Ой, очень долго готовились. Очень тяжело было. И получили очень классный эффект от этой игры. Спасибо болельщикам, спасибо судьям, спасибо команде, спасибо всем своим.